Видео подготовлено специально для сайта online-gdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе для 7 класса из учебника «Коровиной». Раздел «Из русской литературы 18 века» Михаил Васильевич Ломоносов. Рубрика «Фонохрестоматия». Первый вопрос. Послушайте внимательно чтение актера. Подумайте, какой образ автора оды создает своим чтением актер? Ответим. Своим чтением актер создает образ мудрого, спокойного человека, который знает, что к его словам прислушиваются, что его мнение уважают. Поэтому актер читает неспешно, размеренно, без экспрессии. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание!